Большая Балашиха Лайф. Новости. В Балашихе продолжается программа расселения жителей из ветхого жилья. 10 гектаров земли выделено под строительство на Балашихинском шоссе между микрорайонами Авиаторов и Гагарина. Именно там и будет построен первый муниципальный дом. На сегодня объявлен конкурс на выполнение проекта. Значит, он объявлен 26 сентября. Значит, в скором времени будет известен победитель, и тогда уже в соответствии с техническим заданием на выполнение проекта планировки, значит, проектировщики будут это дело разрабатывать. Сегодня в Балашихе порядка 200 тысяч квадратных метров ветхого аварийного жилого фонда. И реализовав задуманное, а это около 150 тысяч квадратных метров жилья, проблема будет практически решена. Переселенцам создадут все условия для безопасного и комфортного проживания. Будет предусмотрено и строительство жилых домов, и строительство детского сада, и строительство поликлиники и школы в том числе. То есть все то, что необходимо в соответствии с действующими нормами. Расселение будет проходить в несколько этапов. Формирование очереди зависит от процента износа аварийного жилья. Этапы переселения, этапы реализации программы сноса ветхого жилого фонда, она разработана, она опубликована и в том числе в ваших средствах СМИ, поэтому с ней можно ознакомиться и с этапами, кто вперед будет переселяться, кто во втором этапе, кто в третьем. Как только будет готов проект планировки, он будет согласован на публичных слушаниях, где жители смогут внести свои замечания и предложения. Елена Андреева, Александр Спицын, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.